Так, ребят, всем здорово. В общем, случилась такая неприятность. Забилась у меня канализация. И очень долго я боролся и пытался ее прочистить. И хочу поделиться с вами способом, который вы, скорее всего, не найдете в интернете. Ну, по крайней мере, я, когда спрашивал Google, да, как почистить, чем почистить, какие способы, мне данного способа не предложило. Я уже почистил, уже слив у меня пошел. Это я вам так для образца покажу. И расскажу свой способ, как же я очистил, грубо говоря, очень быстро. Если бы я знал этот способ раньше, я бы не мучился столько долго времени. Обычно использую, да, вот такой крот. В данном случае у меня вот такой жидкий. Он есть также в пакетиках в виде порошочка, где производитель рекомендует насыпать, значит, в наше сливное отверстие этот порошочек, налить теплой водички и дать постоять там от получаса до часа. И потом, значит, оно вроде как пробивает. Если не получается, повторить процедуру. Данную процедуру я повторял очень много раз. Мне это средство не помогло. То есть это средство, оно больше идет как для профилактики. То есть там раз в 2 недели, раз в месяц залить, чтобы оно прочистило. Да, это все равно какая-то кислота, но оно так не работает. То есть если у вас уже есть конкретный засор, это средство вам, я процентов там на 90 уверен, оно вам не поможет. Это просто больше для профилактики. Как же добился прочистки я? Вот. Вот такое вот средство. Милам. Но это не реклама, это в принципе любое средство. Вот у меня есть такое. Вот такое даже получше. Но оно и подороже. Это средство для мытья духовок и плит. То есть это именно кислота, которая разъедает жир. Вот. В основном. Вот у меня в данном случае засор был на кухне. То есть в основном здесь у нас жировые отложения идут в трубах. И вот это вот средство, оно разъедает жир. Вот видите, написано жир, криптовый нагар. Ну, в общем, от жира, нагара и еще чего-то. В общем, вот это средство очень классно, именно для прочистки труб. То есть это кислота, которая именно разъедает сам жир. То есть если у вас где-то какая-то жировая пробка, вот эта штука супер круто разъедает. Да, мне пришлось воспользоваться, конечно, еще и тросиком. У меня засор, точнее, был очень такой серьезный. То есть, ну вот это средство, буквально я его залил. Ну, можно сказать, практически банку я залил. Оно у меня час постояло, я взял трос, и у меня сразу все прочистилось. Сейчас я вставлю вам в конце кадры, как оно пробилось и вытекало, да. То есть, ну, чтобы вы знали, на вооружении вот такое средство 100% рабочее. Вот это больше для профилактики, повторюсь. В общем, вот такое видео может кому-то было полезно, кому-то пригодится. Всегда пожалуйста. Вопросы, ребят, как обычно, в комментариях. Все, всем счастливо и пока. Ну а сейчас вставлю кадры того, как канализация уже у меня пробилась. Меньше. Не вода льется, а просто высыпается вот. По чуть-чуть, потихоньку, по капельке, струечкой. Сейчас мы его продаем. Просто капец. Просто высыпается какой-то мусор. Вот так вот, ребята, когда не делаете профилактику для канализационных труб, получается вот такая история. Картина не из приятных, но я думаю, кто смотрит этот видео, тот смотрит его с пониманием. Я думаю, значит, у него такая ситуация сложилась. И вот видите, сейчас
еще залью этой кислоты для плит. Пускай она там в трубах себе поразъедает этот жир.